Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе 2004 года, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Или просто умница, красавица, спортсменка Олимпиада Иванова. Здравствуйте, Олимпиада. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных спортивных достижениях Олимпиады Ивановой. 2001 год. Золотая медаль в Эдмонтоне на дистанции 20 километров. 2004 год. Афины. Олимпийские игры. Серебряная медаль. 2005 год. Хельсинки. Мировой рекорд. Дистанцию 20 километров преодолела за 1 час 25 минут 41 секунду. Победительница игр доброй воли, почетный гражданин города Новочебоксарска и Цивильского района. Я все перечислила или что-то упустила? Ну, чемпионка Европы 2002 года. Ну, видите? Ну, еще много там регалий. Еще много там регалий. Кубки Европы, победительница 3 кубков Европы, серебрная призерка 3 кубков мира, ну и в командном зачете много золота. Понятно. Олимпиада, вот главным достижением в своей жизни, что вы считаете? Главным достижением, ну, конечно же, мне было очень приятно в 2001 году после 18-летнего труда впервые выиграть чемпионат мира. Ну, и все-таки чемпионат мира 2005 года я считаю главнее, потому что я там выиграла с мировым рекордом. А вообще есть вот такое понятие – главные соревнования в жизни, не главные соревнования? Или все-таки на определенном этапе времени, жизни какое-то соревнование становится главным? Нет, конечно, на определенном этапе жизни какие-то соревнования именно для тебя значимы. Есть второстепенные, есть, которые особое значение имеют. Вот есть такая поговорка, как назовешь корабль, так он и пойдет. Вот родители вас назвали Олимпиада. Вот, наверное, вам часто задают, да, этот вопрос. Вот помогало ли вам имя Олимпиада победить в различных соревнованиях? А мне хочется вас спросить, вот не мешало ли оно? Вот назвали вас Олимпиадой, вот хочешь, не хочешь, вот должны были стать олимпийской чемпионкой. Я всегда говорю, вот имя меня обязало заняться спортом. То есть родители меня обязали с самого детства, с рождения стать спортсменкой и плыть этому кораблю. Вообще Олимпиада – редкое имя. Вот кто из родителей придумал так назвать свою дочку? Может быть, какая-то семейная история с этим связана? В течение многих лет мне задавали этот вопрос, и я не знала на это ответ. Я говорю, вот мама просто назвала. Оказывается, мама в молодости прочитала рассказ в журнале «Таванадал», любовный роман там был, там девушку звали Олимпиада. Оказывается, история была в этом, мама лет 5 назад только мне эту историю рассказала. Так мама, получается, романтическая натура? Мама, наверное, романтическая натура. Вы романтик по жизни? Я, наверное, реалистка, слишком в спорте реальность существует. А когда вот ваши родители впервые поняли, что вот эту девочку нужно отдавать в спорт? Может быть, вы были очень активным ребенком, и они пытались вашу энергию в мирное русло позапустить? Я действительно была очень активным ребенком, и мама говорит, я никогда не помнила, чтобы ты на руки просилась. Как ты научилась ходить, ты постоянно двигалась, и все время маме говорила, давай мы с тобой на перегонки дойдем до той скамейки, давай добежим до того столба. То есть я постоянно, мне нравился соревновательный режим, я всегда была лидером. То есть я была очень неусидчивым ребенком. А вот ребята, которые росли вместе с вами, они вас воспринимали как лидера? Или все-таки приходилось в борьбе доказывать, что я главная, что я лучшая, что я лидер? Лидерство. Наверное, я с этим родилась. В классе я была лидером. То есть я совмещала целый класс. И газеты выпускала, и концерт, половина концертов, и участвовала на всех соревнованиях, и была председателем совета отряда. То есть весь класс заменяла я. То есть и в то же время я могла и урок сорвать, и училась почти на отлично. Я вот настолько, была в вашей жизни. Я просто не знала, куда свою энергию дать. И вот сегодня всем родителям хочу сказать, если у вас ребенок очень подвижный, его надо отдавать в спорт. И всегда в классе есть такие мальчики, которых мы относим к хулиганам. Они не хулиганы, они не знают, куда свою энергию деть. Вы сейчас рассуждаете уже как педагог. Я уже рассуждаю как педагог. Который не только получил образование, да, в педагогическом вузе, но и преподает уже по жизни. Да. Олимпиада. А вот тем не менее, да, почему именно спортивная ходьба? Вот мне кажется, что все девочки мечтают о красивых видах спорта. Ну, вспомните Кабаеву, да, художественная гимнастика, спортивная гимнастика. Девочки такие красивые, танцуют с лентами, с мячом, красивые костюмы. Или там синхронное плавание, да, или фигурное катание. Спортивная ходьба.
ходьба, ну вот с моей точки зрения, ну не такой красивый вид спорта, потому что, ну, на лице всегда упорство, идут девушки, женщины, мужчины, и так стремятся вперед, целеустремленно, в общем-то, не до красоты. Почему спортивная ходьба? Ну, наверное, так получилось. Я росла в деревне, мне очень нравилось танцевать. Не именно там спортивная или художественная гимнастика. Я любила, ужасно любила танцевать, но, к сожалению, не было никаких условий, никаких секций. Кроме уроков физкультуры у нас ничего не было. Ну, конечно же, мы двигались на улице, играли в футбол с мальчишками и на коньках катались. А кто впервые заметил, что все-таки вы можете в будущем стать перспективной спортсменкой? Учитель физкультуры? Мне, конечно же, как обычно, самый частый вопрос, какой самый урок любим? Ну, конечно же, уроки физкультуры были самые любимые. И мне очень нравились учительницы физкультуры. Они у нас постоянно были женщины вот, на моей памяти. Вот. И они мне очень нравились. И ко мне, ну, наверное, и я, потому что я и отжималась больше, чем мальчики, и на лыжах бегала больше, чем мальчики. У меня всегда лыжный спорт получался лучше, чем легкая атлетика. Но вы хрупкая. Какой тут отжимание? Какой лыжный спорт? Я могла 50 раз отжаться запросто. Пока меня не остановят, все-все, никто больше не отжался. Жилистая получается. Пока они меня не остановят, я могла отжиматься, пресс качать. То есть я просто участвовала на всех районных соревнованиях заметили, с пятого, да, класса. В принципе, меня никто не заметил. Опять же, моя мама любительница читать романы, газеты. Она прочитала в газете в 83-м году «Советской Чувашии», что открывается школа-интернат спортивного профиля. И она мне... Она уже давно жила в городе, я в деревне жила с бабушкой. Угу. Ты, говорит, не хочешь в спортивную школу? Я говорю, конечно же, хочу. Мне как раз надо было идти в 7-й класс. И... Как раз с 7-го класса и принимали в эту школу. То есть все получалось вовремя, в свое время. То есть если бы я после 8-го класса уехала в педучилище стать учителем, все было бы все по-другому. Олимпиада, вот школа-интернат после свободной, вольной жизни в деревне не показалась вам тюрьмой, скажем так? Ну, конечно, в первое время всем хотелось домой. И чемоданы собирали, на и плакали. Обижались, наверное? Куда нет, меня нисколько. Отправила? Честно говоря, времени нисколько было, чтобы, наверное, сидеть, обижаться. Были упорные тренировки 2 раза в день. 6 уроков было, как в обычной школе. То есть мы вставали в 7 утра, и в 7 вечера мы только могли помыться и пойти на ужин. Присесть. То есть все было настолько сжатый график, ну... Дело привычки, наверное. А вот вообще как становятся олимпийскими чемпионками? Все-таки здесь что, упорство и труд все перетрут? Или в какой-то мере все-таки нужна удача, нужно везение? И нужен человек, который вовремя на твоем пути повстречается, который возьмет тебя за руку и скажет, вот перед тобой путь, иди, и поможет тебе? Ну, конечно же, в первую очередь идет от родителей, это гены, это талант. Как бы человек сильно не работал наравне с тобой, одинаково, тот человек, у которого есть талант, он всегда грудь выиграет, метр выиграет у тебя. То есть, и, конечно же, повседневные тренировки. Многолетний труд, повседневные тренировки, вот и... А чьи гены вам помогли? Мама романтик, мы уже выяснили. Значит, чьи-то другие гены. Честно говоря, я зачата на факультете физического воспитания. Да вы что? Да, мама после школы поступила как раз в 69-м году у нас... Появился факультет физического воспитания, и мама в числе была из первых студентов, как и с нашим бывшим министром спорта, с Вячеславом Максимовичем Красновым. То есть они учились на одном факультете, на одном курсе. И, или, к сожалению, или к счастью, после первого курса, наверное, мама вышла замуж. То есть появилась я, первый год она взяла академический отпуск, а потом... Не с кем было меня оставить, а заочного отделения не было. И ей пришлось бросить учебу. И на кого пойти учиться после окончания школы, у меня вопрос не стоял. Я должна была за маму выучиться свой родной факультет. Ну, в общем-то, выбора мама вам не оставила, получается, да, так по жизни. Получается, что да. Вот, Олимпиада, я читала о том, что спортивная ходьба, вид спорта очень субъективный. И часто судьи бывают необъективными. Вот действительно это так? Часто засуживают наших спортсменов? К сожалению, сегодня это очень часто. Ведь есть даже пример
2004 года Афины, когда я с гречанкой пошла на финиш, перед входом до стадиона оставалось буквально до финиша 100 с чем-то метров, судья мне махнул желтую карточку, то есть махнул предупреждение, что аккуратнее, сейчас тебя просто снимем. Ну, то есть мне олимпийское золото 2004 года просто пришлось отдать, проиграть ей 4 секунды на идею. Вот вы называете этот старт самым обидным. Ну, действительно, как бы мне всегда очень волнительно, да, и как бы, наверное, оно всю жизнь будет меня преследовать. Олимпиада, а вот когда спортсменки встречаются, да, на соревнованиях, они какие чувства испытывают друг к другу? Ой, вы знаете, вот... Самые дружеские, вот не зря говорю, спорт – это соперник, он тебе не враг. Соперник тебе может быть лучшим другом. Мы сегодня вот по Фейсбуку с удовольствием общаемся, переживаем, даем какие-то советы, интересуемся друг другом. То есть, действительно, я всегда и детям говорю, в спорте вы можете найти настоящих друзей. Я, к сожалению, о спорте сужу только по книгам, журналам и по кино. И вот очень часто показывают, что соперники становятся прям действительно соперниками в жизни. И очень часто друг другу строят козни. То есть это, в общем-то, вымысел художественный чаще всего. Вы знаете, есть такие агрессивные виды спорта, но не наш вид спорта. Почему-то у нас очень мягкий такой... Ну, у нас всегда дружеская обстановка. И не может быть в нашем виде. Да, вот эти... Как бы действия судей – это политика, это спортсмены к этому никакого отношения не имеют. А вот судьей каждый человек может стать? Или все-таки это определенный склад характера должен быть? Судьей не может быть каждый. Вот было время, когда я закончила, мне предлагали стать международным... Вот я как раз хотела вас спросить. Да, как бы заняться международным судейством. Я в первое время согласилась, а потом, так как пошла тренером работать, я не имею права идти судьей. И теперь я об этом не жалею, думаю, слава богу, я не пошла. Я не смогла бы ради политики кого-нибудь как бы махнуть или дать записку на снятие. То есть вас трудно все-таки в чем-то убедить, если вы с этим не согласны, принять чье-то мнение, если это не ваше, да, мнение? Это, да, это или естественно. Или на перекор своей совести пойти. И всегда считаю, что тот спортсмен, который сам достиг таких целей высоких, он никогда не будет такое делать. Вот сегодня, к сожалению, очень много судей, которые сами там ходили по первому, ну, любители я их называю. К сожалению, чаще всего они так поступают, и им очень легко ломать человеческие жизни. Вот ломать сегодня детей, дать записку, им ничего не стоит. Я вот всегда хотела задать вопрос. Вот когда вы идете, да, вот соревнования, такие лица сосредоточены, о чем думают спортсмены в эту минуту? О финише или вот вся жизнь проносится перед его глазами? Нет, или о чем-то? Вот я сейчас выиграю, получу там крупный приз и куплю себе новую шубу, там машину, квартиру. Нет. Как бы наш вид же, он в судейской линии очень жесткий, поэтому в каждую секунду думаешь о технике. 25 минут идешь и думаешь. Полтора часа идешь и думаешь скорость, и контролируешь каждый километр и каждую секунду. Вот психологи, врачи говорят, что голова должна отдыхать, мозги должны тоже отдыхать. То есть, получается, вы вот, когда у вас соревнования, у вас все работает. И все голова, работает. И ноги, и руки, и все остальное. Конечно. Все органы задействованы. Все органы, ни одна мышца тут не отдыхает. А вот вообще, как вы считаете, все-таки спортивная ходьба – это чей вид спорта? Мужчин или женщин все-таки больше? Ну, я однозначно не могу это назвать. Конечно, мужская ходьба намного раньше она развита. Буквально в 90-х годах только начали женщины ходить. В 80-х годах начали женщины ходить, как бы. Ну, а... Чисто с пластической стороны, конечно же, женщины ходят красивее. Ну, не хочется обижать мужчин. Есть такие мужчины, я которые даже спорить с вами не буду. Да, очень красиво ходят, и очень такая пластика хорошая. Поэтому нет у меня однозначного ответа. А вот в повседневной жизни вы каблуки носите. Вам легко на каблуках ходить? Я всегда любила на каблуках ходить. Я всегда себя чувствовала увереннее, повыше. И всегда считаю, что у женщины, когда одевает каблуки, она сразу выпрямляется, поднимает голову. Вот действительно, все окружающие поувереннее ее воспринимают. А мужчины с вами, когда рядом идут, они себя уверенно чувствуют? Как вы считаете? Вот вы идете такая чемпионка на каблуках, походка, стать.
и он рядом семенит? Или он тоже вынужден расправить плечи и подстраиваться под спортсменку? Наверное, вынужден. Почему спортивную ходьбу так любят у нас в Чувашии, но ее лучший результат уже в прошлом? Мордовия нас, например, да, обходит. Вот сейчас, с другой стороны, там вот тренируется несколько наших, да, очень перспективных ребят. Вот с вашей точки зрения, с чем это связано? Почему перспективные ребята уезжают из Чувашии? Или все-таки есть как бы надежда на то, что они будут тренироваться у нас здесь? Ну, это связано с тем, как бы... Я всего-то 3,5 года работаю старшим тренером, и было время, когда мы туда отдавали, но там тренируются те дети, которых отдавали до меня. Сейчас мы приняли решение, что мы никого не отдаем, и мы готовим сами своих спортсменов. То есть у нас есть все условия для этого. Один в поле не воин, и даже как вот вы выдающаяся спортсменка, вы одна ничего не сделаете. Все-таки, наверное, у вас должна быть команда единомышленников рядом с вами. Есть, да, такие за три люди? Года мы сложили целую бригаду, то есть есть сейчас ученики, бывшие ходоки, которые работают на меня, мы работаем очень слаженно, и уже есть первые результаты. А вот как отбираете ребят? Как отбираем ребят? Отбираем мы со всех районных соревнований, со всех школьных соревнований, то есть мы просеем всю республику. Сегодня проводится спартакиада по районам, где включена спортивная ходьба, куда и ставят и лыжников, и бегунов. То есть мы уже и с лыжниками работаем, со всеми, чтобы отобрать на ходьбу. А вот раньше, я вспоминаю, да, свое детство, к нам в школу приходили тренеры из спортивной школы. Да? Они смотрели ребят, заставляли там руки поднять, да, и как бы уже на глаз определяли, кто сможет спортом заниматься, кто не сможет. Вот сегодня есть такая практика, например, чтобы тренер приходил в обычные школы и как бы отбирал по каким-то параметрам ребят? Конечно, сегодня мы посещаем многие школы, особенно вот в сентябре мы начинаем, и по районам ездим, и мастер-классы показываем. Как бы даже по неделям выезжают тренеры, чтобы уже обучать ходьбе. То есть, потому что специалистов в районах мало, и с этим это связано. А вы с кем больше любите работать, с мальчиками или с девочками? И с теми, и с этими. А со способными. Вы сказали, что у вас уже есть несколько перспективных ребят. Вот кто они? Чуть-чуть прямо вот расскажите о них. У нас сейчас очень хорошая спортсменка появилась, выступает по девушкам. Это Мария Лосинова. Она зимой на чемпионате России была первая, выиграла. У Мордовии тоже выиграла. К сожалению, сейчас... 6 сентября у нас прошел Кубок России, она всего-то проиграла 2 секунды. Где-то уверенности не хватило. Побоялась маленько раньше пойти на финиш, что ее не хватит. Есть у нас Сергеев Николай, тоже юниор. Он сейчас на Кубке России занял второе место. Есть Сергеев Денис. У нас очень много Сергеевых. Тоже он был третьим на зимнем чемпионате России и стал в этом году участником Кубка мира в Китае. То есть у нас хорошие дети. А вот если вспоминать вашего, да, тренера, он кем был для вас? Авторитетом, учителем или все-таки больше как бы воспоминать как тирана, который вас заставлял работать, хочу, не хочу, могу, не могу, нужно? Как бы... Я очень многому обязана своему тренеру. Он был очень жестким и очень строгим. Мы всегда боялись его. И по истечению времени я поняла, что для достижения цели все средства хороши, что он был прав, что с детьми надо быть очень строгим и очень много требовать. То есть вот этот опыт вы взяли в свою тренерскую работу, да? Да, конечно. Я всегда говорю, он мой автор, он заложил такой фундамент, что я потом могла такие тренировки выполнять. А вот главный принцип вашей тренерской работы какой? Последовательность, конечно же. А в чем это заключается, последовательность? Вот для нас, людей, не спортсменов, что такое последовательность? Последовательность обучения в технике, последовательность нагрузок. Ведь у нас каждый день тренировки разные. Сегодня скоростная тренировка, сегодня темповая работа, завтра выносливая работа. То есть. У вас есть дочка. Почему она не пошла по вашим стопам? Насмотрелась на мамину жизнь или что? Или просто не было спортивного характера, может быть, таланта, способностей? Дочка наша занималась плаванием и несколько лет занималась легкой атлетикой. Но, к сожалению, мои выезды часто, наверное, не успевала должное внимание уделить своей дочери. И всегда сложнее заставлять своих детей, нежели чужих. Олимпиада
буквально 8 месяцев назад вы стали бабушкой. Вот глядя на вас, никогда не скажешь, что вот эта молодая, роскошная блондинка – бабушка. Вот у вас сейчас появилась, наверное, замечательная возможность на своей внучке вот, отработать то, что не удалось дать дочери. Возможно, она повторит ваши победы и приумножит их. Тем более вы уже опытный тренер. И сейчас, наверное, можете всю свою энергию отдать ей и вырастить новую чемпионку России. Возможно, так. Вторая бабушка у нас музыкант. Мы хотим, чтобы она была и спортивная, и музыкальная. Что-то вы много хотите от бедной девочки. Посмотрим. Посмотрим, чьи гены победят. Посмотрим. Наверное. А вообще, как себя ощущаете бабушкой? Какие эмоции были? Это круче, чем победа на Олимпийских играх или нет? Нет, это совсем другое. Это не зря говорят, рождение твоего ребенка, это первый твой ребенок, это кукла. А первая внучка, это твой первый ребенок. Тут ощущения совсем другие. Понятно. Мы 8 месяцев назад стали такие счастливые, бабушка с дедушкой. Понятно. А часто навещаете внучку? Каждый месяц. К сожалению, они живут в Москве, но и сами приезжают. Олимпиада, а вам когда-нибудь поступали предложения уехать из республики, пожить где-то за границей, возможно, там заниматься тренерской работой, и вообще просто переехать и устроить свою жизнь совершенно по-другому, сменить все? Часто очень предлагают, и сегодня постоянно названивают китайцы. Было время, что я 2 месяца проработала в Китае, это когда я еще не работала тренером, я работала завкафедрой физкультуры в кооперативном институте. То есть просто во время отпуска я поехала туда в познавательных целях, как турист, и в то же время поработать. Ну, все отлично, все хорошо, и отношения у них хорошие, но я не могу без своих родных, без своего города, без своей республики. Вы патриот? Я патриот. Понятно. В одном из ваших интервью я прочитала о том, что вы мечтаете когда-нибудь заняться гостиничным бизнесом, у вас есть соответствующее образование. Вот это просто как бы такие вот мечты, или все-таки вы прилагаете к этому какие-то усилия? На самом-то деле я мечтаю, я бы не сказала бы. Просто я всегда помнила, что спорт – это занимает какой-то промежуток времени. Я всегда знала, что когда-нибудь это закончится, и старалась получить образование в разных отраслях. То есть на туризме, институт туризма и сервиса, можно сказать, я попала случайно. Пришла ко мне подруга, говорит, открывается, говорит, такой институт, пойдем, говорит, в перспективе, говорит, туризм учит. Ну, я говорю, пойдем, в итоге она, подали заявление, в итоге она ни разу не появилась, а я закончила этот институт. Ну, вот. Третье образование, я уж подумала, экономическое у меня есть. Ну, получила юриспруденцию, третье образование. Ну, и четвертое, это у меня фитнес, аэробика. Думала, всегда женщине это интересно, себя держать в форме. И как бы. В общем, одним словом, не пропадете. Одно какое-то из образований обязательно пригодится. Непременно пригодится, да. Олимпиада, вы очень часто меняете имидж, да? Если смотреть ваши фотографии на протяжении, да, нескольких лет, то у вас, значит, длинные волосы, да? То у вас кардинально короткая стрижка. Сейчас у вас средняя длина. А вот с чем это связано? Может быть, с какими-то событиями, которые происходят в вашей жизни? Или вы просто любите меняться? Работаете над собой, над своим имиджем? Хотите кого-то удивлять? Да нет, женщине просто свойственно меняться. Иногда хочется просто кардинально поменяться. Какой-то порыв души приходит. Вот сейчас очень много говорят о здоровом образе жизни, да, о том, что нужно как бы заниматься физкультурой, обязательно правильно питаться, там рано ложиться спать, все плохое отпускать в космос. Вот у вас есть какие-то вот такие советы жизненные, которые можно дать нашим телезрителям? Вот советы здоровой жизни от Олимпиады Ивановой. Что, я могу на своем примере сказать, что я до сих пор бегаю каждый день 7-8 километров, минут 40. То есть я без этого просто не представляю. То есть бегаете, не ходите? Нет, бегаю, да. И даже в самом усталом состоянии я всегда иду бегать. Я не зря говорю, вот слово «зарядка», оно настолько заряжает. То есть я после той зарядки прихожу просто отдохнувшая. Не уставшая, все отрицательные эмоции остаются там, выхлёстываются. И
То есть это не только физическая, а психологическая разгрузка тоже. А вот прочие такие модные тенденции, правильное питание, все в космос. Ну, насчет все в космос, это надо, наверное, где-то йогой заниматься, угу. как-то что-то. Ну, а то, что правильно питаться, наверное, нас уже, как начали спортом заниматься, уже тренера приучили. Что такое правильно питаться, вот все-таки, с вашей точки зрения? Как? Я стараюсь, много жареного не есть. То есть я жареную картошку раз в год, может, ем. Может, вы ее просто не любите? Не знаю, не могу сказать. Наверное, у меня уже... Иммунитет. Я привыкла, наверное, к тому, чтобы... Не зря говорят, чтобы достичь результата, надо есть то, что ты не хочешь, и делать то, что ты не любишь, или я не знаю. Да, вопреки. Вопреки. Тогда что-то, наверное, получится. Да, тогда что-то. Вот 9-11 октября в республике пройдет 5-й международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Вот вы, как спортсменка, как восприняли вот это известие о том, что такое большое спортивное мероприятие будет проходить у нас в республике? Вы знаете, я восприняла это абсолютно спокойно, потому что... То есть как должное? Как должное. По итогам прошлого года наш регион занял первое место по выступлениям спортсменов, по проведению спортивных мероприятий. Поэтому сейчас очень много российского уровня соревнований у нас проводится. Сейчас 2 Кубка мира будут у нас по спортивной ходьбе проводиться в 16-м и 18-м годах. На следующий год чемпионат Европы среди клубных команд. То есть сегодня наша республика настолько популярна. Есть вопрос, который я задаю всем моим гостям. О чем вы мечтаете в ближайшем будущем? О чем мечтаю? Или уже все сбылось? Нет, я хочу построить дом. Какой уютный. Дом мечты? Нет, небольшой, уютный дом, как гнездышко. В городе? В деревне? Или, может быть, где-то? Ну, в черте в теплых города. Краях? В черте города. Олимпиада, я думаю, что все ваши мечты сбудутся. Вы обязательно построите большой, уютный, теплый дом, где будут собираться все ваши родные, близкие, друзья. И вам будет всем вместе очень хорошо и уютно. Спасибо огромное. Олимпиада, спасибо вам, что вы нашли время, пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. И я очень рассчитываю на то, что вы будете в гости приходить к нам регулярно. Как занимаетесь спортом, так и к нам, пожалуйста. Всегда вам рады. Конечно. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня у нас в гостях была Олимпиада Иванова, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в спортивной ходьбе в 2004 году, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Всего вам самого доброго. До свидания. Mm-hmm.